Впервые на сцене оперного сразу два оркестра в одной постановке. Ни один не аккомпанирует солистам. Так ставят оперу композитора Петера Эдверша по мотивам Чехова «Три сестры». Здесь все абстрактно, многослойно и неоднозначно, как любит делать американский режиссер Кристофер Олден. Само либретто написано так, что событие развивается нелинейно, повествование начинается с конца. Однако герои постоянно повторяют, что жить сейчас тоскливо, но настанут лучшие времена, жить станет легче. Мы зацепились за эти фразы, ведь так говорят люди в каждом времени. Поэтому три сестры у нас – девушки трех эпох. Старшая Ольга – современная бизнесвумен, Мария – обеспеченная, но страдающая домохозяйка 60-х годов 20 века. Ирина же – самая наивная и нежная из чеховской эпохи. В их ролях впервые будут женщины. Оригинал написан для контртеноров, то есть для мужчин. Но режиссеру важно показать женскую силу. Три сестры – образ женщин, ищущих место в мужском мире и поддерживающих друг друга. Феминистический настрой оценили не все артистки. Я думаю, что мы договоримся с режиссером и найдем какую-то точку соприкосновения. Мы не будем идти, на прямую конфронтацию с Тузенбахом и так далее. Постановка «Три сестры» сложна не только для артистов, поющих без музыки, но и для самих музыкантов. 50 человек трудятся на втором ярусе сцены, возведенном специально для этой оперы. Все они играют фоновые партии, так достигают стереоэффекта. Главный оркестр все-таки в яме, но и он нашел чем удивить. Такие звуки в опере, чтобы передать нервную драматургию. Резкости звучанию добавят и другие уникальные инструменты, например, сопрановый саксофон или рык льва. Это, в принципе, барабан, который имеет дырку в середине, и там конские волоса, и, которые просто, когда потянет, он делает такой звук, который похож на льва. В отличие от звуковых эффектов, декорации в «Трех сестрах» минималистичны, все кроме одной, той, на которой музыканты. Внешне она напомнит студию радиозаписи, откуда оркестр будет как бы давлеть над персонажами. Мы хотели, чтобы это место было чистилищем, каким-то местом, где люди ожидают своего неизбежного как бы рока. «Три сестры» покажут в оперном 16 мая, где дирижировать будет сам композитор Петр Эдвеш. После премьерных показов постановка войдет в постоянный репертуар театра. Евгения Лемесева, Иван Быков, главные новости Екатеринбурга.